говоря, все наши жалицы. Я видел, это слишком по тем временам развязное поведение мужика. Они строго себя вели, даже на корабле, очень держано. Так, они могли вот такие. Сейчас, это вы сейчас ощущаете. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь. Ярослав не в час разлуки, Ярослав не в час разлуки, говорил, наверно, князь. Не надо, ладно.